Даник же есть, знакомый наш. Знаешь же его, Даник? Ну. Капец, он не конкретный, беспонтовый. Прикинь. Что случилось? Я ему дал деньги, он говорит, через неделю верну. Угу. Месяц прошел, брат, не верну. Бля, капец, он не конкретный, вообще беспонтовый. Так, да может у него не получилось вернуть там. Там надеялся на что-то, не получилось. Нормально же он, Даник. Не надо так сразу судить его. Скоро вернет, наверное. У меня, короче, сосед есть. Угу. Вот он беспонтовый. Я у него лопату попросил, угу. Он мне не дал, а через полчаса смотрю, сам копает. Я вообще не беспонтовый, видишь же, человек. Ну, а может он у кого-то попросил, ему тоже лопата нужна была. Он другому соседу пошел, попросил, и вот копал, и ты в это время увидел. Ну, сосед же, не надо соседей плохо, надо с соседями дружить, он может вот... Короче, тот раз в новостях прочитал, есть же вот эти ящики, куда пожертвования... Собирают же, да? Ну, вот ну. Это для нуждающихся, для больных детишек, да? Ага. Один парень взял, украл. Беспонтовый, да, человек? А? Или найдешь оправдание? Ну как беспонтовый? Ты же не знаешь. Может, ему нужнее было. Ой, пошел ты. Любовь и музыка спасает нас.